Всем привет! Сегодня у нас пятница 13-я, и вот столько всего я накупил. Как всегда, все удачно, и в конце видео покажу, сколько я заработал. Итак, поехали, Мельхиор. А кто помнит мои ролики, то есть как зарабатывать 10-15 тысяч на одном Мельхиоре, рекомендую еще раз пересмотреть. На обычных вот таких столовых приборах вполне реально зарабатывать такие суммы денег. Вы постоянно видите, я постоянно покупаю и зарабатываю. Это у нас на 18 предметов. Ложки, вилки, ножи. Это у нас чайные ложечки. Все мельхиоровое. Это у нас подстаканники, называется воин-освободитель, тоже мельхиор. Монетки Олимпиада, недорогие, но все в куче получаются довольно таки интересные заработки. Вот такие часики, в этот раз позолоченных не было, но мы не отчаиваемся. Будет в следующий раз обязательно. Луч женский и полет. Был бы полет в позолоте, было бы очень шикарно. Затем вот такой орденок попался, красная звезда. Чуть позже в следующем ролике я сделаю на него подробный обзор. И вот такие дали мне бонусом шахматные фигуры. Абсолютно бесплатно. Затем вот такие статуэточки. Вот такая плясунья Дулева. Такая она маленькая. И вот такая собака попалась. Собака добрая, не кусается. Значит, материал такой интересный, из фаянса. В основном керамика, фарфор, чугун, но также и фаянс любили немцы делать. Вот такие мои покупочки в пятницу 13-го. И вообще я заметил, сегодня, конечно, очень шикарный, очень везучий день. Вот и по продажам, и... насчет покупок, вот и кто бы что ни говорил, но день вообще великолепный просто. Не нужно ничего бояться, нужно двигаться только вперед, к заданным целям, и все у вас обязательно получится. Не обращая внимания ни на какие дни. Итак, в конце видео показываю свой ориентировочный пока мест доход, если получится больше, то это будет только лучше. 2000 гривен. Вот столько я заработал за сегодняшнее утро. Точно так же зарабатывают и мои ученики. Если вам интересен мой контент, мои ролики, вы точно так же желаете научиться зарабатывать на антиквариате, записывайтесь ко мне на курсы. Времени осталось совсем немного. До 1 сентября у меня скидка 50%. Начиная с 1 сентября цены вырастут. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях, не забывайте нажимать на колокольчик. До новых встреч!